Быстро пролетело лето. 3 месяца, как один миг. Мы много чего не успели, не доделали, не увидели, как осень снова постучалась в окно. Вроде бы от этого должно быть грустно на душе, но нет. Ведь торжественным финалом веселого разноцветного лета является 1 сентября, наш первый учебный день. В этот праздник не хочется грустить об ушедшем лете, ведь мы уже соскучились по своим одноклассникам, любимым учителям, урокам и переменам и по уютным стенам родной школы. Уже на линейке мы почувствовали, как нас здесь ждали, как тщательно готовились к нашему приходу. Лица учителей светились радостью, отовсюду доносился смех, сияли улыбки, а в поздравительных речах звучали только теплые слова. Очень приятно видеть сегодня радостные лица школьников, отдохнувших и окрепших после летних каникул. Приятно видеть взволнованные глаза первоклашек и их родителей, улыбки на лицах педагогов. Это день, которого мы с вами все с нетерпением ждали все долгих 3 летних месяца. Он врывается в нашу жизнь, как всегда, неожиданно. Он врывается звонко, радостно, весело. Это необычный день. Он чистый, как сегодняшнее небо. Он добрый, как руки матери. Он торжественный, как любое торжественное событие в нашей жизни. Мы встречаем 1 сентября со своими давними и добрыми традициями. Мы встречаем его в прекрасно отремонтированной школе. И за это слова огромной благодарности родителям, учителям, техническим работникам, нашим ученикам. Мы встречаем его по-особому, приветствуя 123 первоклассника, которые пришли к нам в этом году в школу. Для вас, мои дорогие малыши, все впервые. Первый учебник, первый ученический коллектив, первый учитель. Мне хочется пожелать вам здоровья, вам и вашим родителям, вашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Этот день традиционно мы говорим слова особого поздравления нашим дорогим 11-классникам. Это последний год в нашей школе. Самый счастливый, самый незабываемый. Пускай он таким и будет. И вы всегда, я не сомневаюсь в этом, будете вспоминать добрыми, теплыми словами нашу самую замечательную, самую любимую 3-ю среднюю школу. Я желаю всем нам, дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, наши ученики, наши учителя, все наши гости, нашим техническим работникам, я желаю здоровья, успехов, мирного неба. И пускай в конце мая мы с удовлетворением скажем, что наш год учебный состоялся, удался, и все наши планы осуществились. Добрый путь, дорогая 3-я средняя школа. Новый учебный год – это новая страница в жизни первоклассника и выпускника, в жизни родителей и педагогов. В истории замечательной 3-й средней школы и сотни школ, которые сегодня открыли свои двери для учеников по всей нашей великой стране. Я поздравляю вас с Днем Знаний, взрослым, желаю любить своих детей, любить учеников, любить своих детей, которые придут в школу, и помочь им на этом трудном пути постигать знания. Школа гостеприимно распахнула свои двери для первоклассников, и мы тоже были рады принять этих симпатичных малышей в свою школьную семью. Уже идут первые уроки. И нам становится очевидно, что этот учебный год станет для каждого из нас особенно насыщенным и интересным. И в первую очередь благодаря нашим любимым учителям. Они подготовили для нас много нового, так что скучать нам точно не придется. Спасибо, дорогая школа, за то, что ты наполняешь нашу жизнь не только новыми знаниями, но и радостными воспоминаниями, верными друзьями и справедливыми наставниками. За все это мы говорим тебе искреннее спасибо и признаемся в горячей любви, которую мы обязуемся пронести через всю жизнь.